עכשיו אני רוצה לעבור לחלק שאנחנו התחלנו ללמוד לפני שבועיים. И две недели назад мы начали учить нечто, и я хотел бы обратиться к этому. כשהיינו באוקראינה, הרגשתי, לא יודע למה, שאני רוצה יחד עם כל הקהילה ללמוד אגרת ראשונה על הפטרוס. Когда мы были на Украине, я не знаю почему, видимо, климат. Конечно. И я решил, что мы, нам важно обратиться к первому посланию Петра. И вместе со всей общиной взять время, и чтобы углубиться именно в первое послание. Может быть, это полгода возьмет. Петрус Аришана. Но то, что я вижу в первом послании Петра. Вигар, они квар бикашти мимила лихтов ба модаот шелану, ше кол эхад тикра ба байт эгерет Петрус Аришана. Я просил Милу, чтобы она в наших рассылочках этих посоветовала всем, чтобы все прочитали первое послание Петра. Везе эгерет кцара ба этим. Очень короткое послание, так что. Еш рак арба хамеш праким. Всего пять глав. ואפשר לקרוא כמה פעמים, פשוט אתם תקבלו די הרבה מחשבות כשאתם קוראים וכשאנחנו לומדים את זה בקהילה. Это важно сделать, прочитать, когда мы будем изучать это в общине, чтобы в вашей голове уже поднимались одна мысль за другой на основании того, что вы уже прочитали. אז למה אגרת ראשונה על הפטרוס ואיך זה קשור לאוקראינה? И почему именно первое послание Петра и как это связано с Украиной? לו הייתי ברוסיה, אולי הייתי מרגיש ללמוד יותר על אגרת על העברים, אני לא יודע. Если бы я был в России, то, возможно, мне бы захотелось бы изучить послание к евреям. Но на Украине я не знаю почему. Но в первом стихе там написано, что Петрус котев ле тошавей тфуцот, Понтус, Галатия, Каппадокия вехуле. Петр обращается к рассеянным в Галутии, те, которые в Понтусе, Галатии, Каппадокии и прочее. И мы все были вот там, вот, в рассеянии. Слава Богу, мы такие вернулись. А эли ло хазру. А есть те, те каппадокийцы, видимо, украинцы того же корня, они все еще не вернулись. И я думаю, что мы с собой, когда мы вернулись, мы сохранили в своем менталитете, в своем разуме образ мысли оттуда еще. ועכשיו, כשאני קורא את זה, אני פשוט מרגיש איך הדברים הפשוטים האלה מדברים אליי מחדש. И когда я начал читать это, я чувствую, что эти вещи, они говорят мне по-новому. ואני חושב שלפסיכולוגיה שלנו, דוברי רוסית, אלה שחזרו מתפוצות, זה מאוד מאוד אקטואלי. Я думаю, что для нас, тех, которые в своей ментальности все еще из Каппадокии, очень важно и актуально вот это послание. И нам надо понять, что Петр писал это послание. Это было самое-самое начало и развитие мессианского движения. И здесь есть очень важные, базисные, фундаментальные вещи. И я думаю, что для многих из нас очень важно вернуться к этим, казалось бы, начальным начаткам учения, о которых Павел говорит. И что это Иешуа, что значит спасение, что значит вера, что это? И мы здесь учим в послании к Петра. Я хочу ободрить вас. Внимательно послушать.
אני יכול הנקודות היקריות לשלוח דרך WhatsApp. И те, которые хотят, я могу основные положения переслать вас в виде файла, переслать вам в виде файла по WhatsApp или там. Мы помехубар по WhatsApp. Я кто-то здесь связан с WhatsApp? אז מי שרוצה, кто хочет, תכתבו לי מכתב בוואטסאפ, ואני אעשה את скиньте мне напоминалку на мой Герет Решуналя Петрус, ואני אשלח לכם. Просто напишите, просто напишите первое послание Петра, я буду каждую неделю посылать вам сжатый материал по этому. ולפני שבועיים כבר התחלנו ללמוד. И две недели назад мы уже начали это изучать. ולמדתי שני שיעורים. И я выучил с этого два урока. והיום אני רוצה להמשיך. Я хочу продолжить. אבל לפני אני רוצה לבקש ממישהו שקורא בעברית הרבה טוב ממני לקרוא, לא יודע, 12-14 פסוקים הראשונים. Девочки обычно хорошо. Да, Шиля, ты хотела лазор ли? גם אני חשבתי ככה. Для чего нам нужны девочки? Для того, чтобы читать красиво на иврите. בבקשה. Герет решена ля Петрус, мы пасук алев от сов 12. Мет Петрус, шлиях Ешуа Машиях, эл тошевей тфуцот Понтус, Галатия, Каппадокия, Асия וביטניה, הנבחרים על פי ידיעתו מקדם של אלוהים האב, בקידוש הרוח אל ציות ישוע המשיח, והזיית דמו, חסד ושלום ישפעו עליכם למחביר. ברוך האלוהים, אבי אדוננו ישוע המשיח, אשר ברוב רחמיו הוליד אותנו מחדש לתקווה חיה בתחיית ישוע המשיח מן המתים. לנחלה אשר לא תשחט, לא תתאמה ולא תיבול. הצפונה לכם בשמיים, לכם השמורים בגבורת אלוהים, בזכות אמונה אלי ישועה העתידה לגלות בעת קץ. ובה שמחים אתם, גם אם מן הצורך, גם אם מן הצורך הוא שתתעצבו זמן מה בכל מיני מסות, כדי שאמונתכם הצרופה והיקרה הרבה יותר מזהב הנשחט אף יצרפו באש תצא לתהילה ולכבוד ולתפארת בהתגלות ישוע המשיח. הוא אשר אתם אוהבים אותו אף כי לא ראיתם אותו, ואשר כעת אינכם רואים אותו, ובכל זאת מאמינים אתם בו וססים בשמחה מפוארה ועצומה מספר. בהשיגכם את תכלית אמונתכם, את ישועת נפשותיכם. את הישועה הזאת חקרו ודרשו הנביאים, שניבאו על החסד המיועד לכם. הם חקרו מה העת והנסיבות שהודיע רוח המשיח אשר בקרבכם, אשר בקרבם, כשהעידה מראש על סבלות המשיח ועל הכבוד והתפארת שיבואו אחריהן. ונגלה להם כי לא למען עצמם, אלא למענכם, שירתו בדברים ההם, אשר כעת הושמעו לכם מפי המבשרים את הבשורה ברוח הקודש השלוחה מן השמיים, דברים אשר מלאכים נחשפים להשקיף אל תוכם. מוזיקה, מוזיקה. באמת, בעברית זה מוזיקה. Я предлагаю устроить наряду с чтением Торы мальчиковым девочки на чтение всего остального. Да? Да. אוקיי, בוא נעשה את זה. אבל למה לא? זה חרשה. זה מוזיקה. אני אוהב. בוא נדבר על הרעיון הזה. Давайте мы обдумаем эту идею. אבל עכשיו אני רוצה לפנות לאגרת ראשונה על הפטרוס. Но хотя сейчас хочу вернуться к первому посланию Петра. וברוסית אנחנו נקרא בחתיכות קטנות יותר. На русском языке мы будем в сокращенном виде читать. כי באמת בעברית כשאתה שומע את זה, זה משהו גדול, אה? Потому что когда ты слышишь это на иврите, это просто уносит тебя в какие-то галактические пространства. אז לפני שבועיים אני הסברתי שני שיעורים. И две недели назад я объяснил две вещи. ואולי אתם זוכרים, מה זה להיות נקראים ממוות לחיים. Может быть, вы помните, что значит быть призванным из смерти в жизнь? Мы зухер это. Кто помнит? Лорбе. Немногие. Талмидим товим. Хорошие ученики. Есть. Но честные за то, честные. Кен. Зе квар давар гадоль. Это уже много. Аз ликара ме מוות לחיים, быть призванным из смерти в жизнь,
Есть все-таки разница с тем, чтобы быть призванным из тьмы в свет. Я коротко поясню. В соответствии со всей историей Танаха, אחרי נפילה של כל העמים למטה, נפילה ירידה מאלוהים, по отпадении всех народов и падении очень на низкий уровень всех народов от Бога, им кулям мацу этот сман бехоших. Все они нашли себя погруженными во тьму. Колямим. Все народы. Весипур танахим азбир лану. И танахический рассказ говорит нам, Шелухим бахар ба Авраам ведарко бам Исраэль, что Бог вынужден был избрать себе Авраама и через него народ Израиля. Веха квуца азот еще некрет Исраэля и та баор. И эта группа, которая называется Израиль, которая была в свете, а это митнагедет леквуца ахерет, что немца бахоших, коля гоим. И она как бы противостояла другой группе, которая можно назвать народы, пребывающие во тьме. Ас эм кулям бахоших. То есть они все во тьме. В Исраэль баор. Есть другая группа, которая противостоит Исраэль во свете. ואנחנו לומדים בברית החדשה במיוחד, и особенно в Новом Завете мы читаем, ששאול לא פעם אחד פונה ואומר לגויים, что Павел Шауль не однажды обращается к гоим, к народам, ואומר להם, и он говорит им, דרך ישועה, через Иешуа, יצאתם מחושך, вы вышли из тьмы и вы соединились с тем светом, который принадлежит Израилю. Вы понимаете прекрасно, не надо объяснять, что значит разница между тьмой и светом. И вот область, которая освящена, ושם נמצא עם ישראל. И там пребывает народ Израиля. אבל אתם יכולים להגיד, אבל חבר'ה, הנה יהודים, שהם ביחד, תחת שמש של שמיים. Но вы можете сказать, ну вот евреи, пожалуйста, которые вроде бы под небесным сводом. А им им кулям беседер. И они под солнцем, которое освещает им, они все что такие праведники? Маем кулям бецедек, бехаим товим, беёшер лифней элоим. Что они прям все такие прямые, все такие праведники, все делают правильно? Камуван ло. Конечно нет. Векан ба эгерет эля Петрус. И здесь, в первом послании Петра, кшиу котев лемифузарим ягудим, ба Галатия, Каппадокия, макомот ахерим. Когда он обращается к рассеянным в Галатии, Каппадокии, в других областях, ягудим, евреям рассеянным в этих областях, умер, он говорит, ше камуван бетох Исраэль гам еш анашим, он говорит, конечно, и внутри Израиля, те, которые во свете, есть люди, ше михулаким аль товим вело товим, которые одни плохие, другие хорошие. Авал лоба мусак товера мипхинат итнаагут. Не в смысле хороший или плохой в отношении поведения их. Эле шейкирут элохим эм хаим, ве эле шело макирим эт элохим эм бамавет. То есть имеется в виду те, которые познали Бога, они в жизни пребывают, а те, которые еще не познали, они пребывают в смерти. Ве умер барух элохим Авину шел Иешуа ха-Машиах. Он говорит, благословен Бог, Отец Иешуа Мессии. Ше дерех коах шел мавет веткума мин амитим шел Иешуа. Который через силу воскресения из мертвых Иешуа. Угам отхем иким летхия мимавет лехаим лехибур хай им шамаем. Он также и вас воскресил для соединения с Богом, чтобы быть его, в его свете. Аз, анахну Исраэль. Так что мы Израиль. Ветуда леэль. И слава Богу. Ше дерех Иешуа ешану хаим. Яхас яшир. Яхас мехудаш им шамаем. И слава Богу, что через Иешуа у нас есть связь, непосредственная связь с жизнью, с небесами.
Когда я говорю об этом, и обращаю внимание на некоторые лица здесь, они роя милхама. Я вижу сопротивление, войну. Не моим, не сопротивление моим словам. Милхама лещина. Но борьбу, которой человек борется в себе со сном. Хевре, они махриз лахем китвей кодеш. Ребята, я думаю, что вот это вот Ширли на это исполнение. Ребята, я провозглашаю священное писание. ואני מאוד מאוד רוצה לחמם אתכם ליחס חי, לא יחס מת, אלא יחס חי עם אבינו שבשמיים. Я хочу возбудить просто ваше воображение о том, чтобы вы устремились к живым отношениям, не к мертвости, к живым отношениям с Богом. ולפני שבועיים, и две недели назад, שיעור שני שנתתי, слушай, может быть, это я тихо так говорю. לא, ты беседер, תמשיך. ולפני שבועיים, שיעור שני שנתתי, второй урок, который я дал две недели назад, על עוצר שנשמר עבורנו בשמיים, о сокровище, которое сохраняется для нас на небесах. ואני לימדתי על שאול, и я учил о Шеоле. מי לא יודע מה זה מילה שאול? Кто-то не знает, что такое Шеол? ברוסית זה מתורגם как ад. Ад или преисподняя? Преисподняя или ад на синодальном. Эмет, оно переведено везде в Бетанах. Бетанах, оно переведено как преисподняя. А в Новом Завете, секундочку, Вик. А в Новом Завете оно везде переведено как ад. Везде. Это было по-русски. Кен, зе брусит. А за ней лимадите аль шеол. Так вот, я учил о Шеоле. Ше зедеми субах лавин. И не так просто понять. Ве лама элухим бара бихлаль это Шеол. Зачем вообще Богу понадобилось творить Шеол? Ве ма цефи авур коли хад ми итану ахарей мавет. И какое ожидание, если мы говорим о каждом из нас, после смерти? Ве кшанахну шумим тиргум танахи. Лемила Шеол. И когда мы слышим танахическое, то есть первой части Библии перевод слова Шеол, как преисподняя. А за нахну любидюк мы вини мазе людям товра. Это не говорит однозначно, что это что-то такое ужасное, это что-то такое внизу непонятное, не очень понятное что. Веаваль кшанахну шумим. Эх, брита хадаша митаргемет им мила ад. Но когда мы сталкиваемся с тем, как переводит Новый Завет, синодальный перевод, это слово шеол, как ад, газанахну квар бепахат, ине ешам шед има, то мы уже сразу входим в страх, потому что представляем сразу себе сковородку с чертями, с бесами и так далее. Брита хадаша ло митнагедет ле танах бихляль. Но давайте вспомним, что Новый Завет и так называемый Ветхий Завет, они не противостоят друг другу. Эле Йешуа мазбир. Но Йешуа объясняет. Вегам шлихим мазбирим. И апостол объясняет. Вегам танах мазбир. И танах тоже объясняет. Ше Элохим барает Адам, Адам ле нецах. Потому что Бог сотворил человека для вечности. Аваль бигляль хет. Но из-за греха. Ве онеш аль хет. И наказание за грех. Катув онеш аль хет. Ма онеш аль хет. Написано, что наказание за грех что? Смерть. Смерть. Элухим ихин маком шешмо шеол. Так что Бог приготовил некое место, которое он назвал Шеол. И для каждого из нас открыта дорога туда. А вальба еще есть отвод, когда нахну них насим лешама. Но если мы входим туда через Иешуа, то у нас есть как это сказать, привилегии. Если виза кальчил суперсаль.
У нас есть бонусы, короче говоря. У меня есть вот кредитная карточка. Записывайте все номеры, пока показывают. Зело я зорлахем. А вот сейчас суперсаль. Так вот эта кредитная карточка не просто, а именно супер. Муперсаль. И когда я захожу в этот... А, это карточка из супермаркета, да. А если это вот... У меня есть... Как она называется? Бонусы. Нет, не привилегии. Бонусы. Льготы. 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 О! А когда ты улег ликнут там... Оф! Бчайсры тишим. Когда ты видишь... замечательную птицу за 19,90. Они куны вот обарбайсры тишим. Я ее покупаю с этой карточкой. 14,90. Аваль картиса зе. Но эта карточка. Шелхаверут. Членство в этом вот супермаркете. Кмоши ешь хаверут бакиила. У нас также есть членство, и у каждого из вас есть карточка. Ине ешь не сияли нашим лехуль, леспа. Вот, например, наши девушки собрались в баню. Спа. Это баня? Ну, идея. Ну, такая мудреная баня, но... Аз лехаврей кигила хамшима хузанаха. То есть девушкам веники за даром. Вемиши бами бахуц мироцели ицтарев. А если кто из внешних захочет присоединиться? Брухим обоим. Пожалуйста, из девушек только. Кому ван? А валь покупайте сами веники. Но, да. Аз шеол земаком. Так вот, шеол — это место. Ше лецари арав. Что, к сожалению? Аваль зе катув батанах бегляльше хатану вемавет намут. Но так написано из-за того, что мы согрешили, мы умрем смертью. Анахну наавор лешама. И мы должны пройти через это. Вемеот хашув акшав литхабер ле мифлага шел Йешуа Машиах, ки еш атавот. Атавот гдолот. И очень важно сейчас, пока мы еще живы, зайти в это общество или партию Йешуа Мессии. Потому что мы будем иметь льготы там. Это уверенно, это не может быть. Это так говорит слово. Некоторые начинают спорить, особенно среди евреев, сколько нам в процентах это будет. Но в послании, первом послании Петра написано, когда мы пойдем туда, «Анахну ништамеш бехелек». Медварим бе отцер, ше нишмар авур колихат бе шамаем, то мы будем тогда владетелями тех сокровищ, которые части тех сокровищ, которые приготовлены для каждого из нас на небесах. Аски иудима нахну шоалим лама рак хелек. Да, и вот тут как евреи мы начинаем спрашивать. Почему только части? Кикатув. Потому что написано. Есть оцер гадор. Есть большое сокровище. А валь башеол анахну ништамеш рак бе хелек. Но в шеоле мы можем воспользоваться только частью. Лама магиели. Почему магиели? Элухим асает за авури. Мне полагается, Бог сделал это для меня, это лама мое. Лама лонут ним аколь. Почему не дает мне все? Они роце льет балабайт. Я хочу быть хозяином. Шаяхли они ништамеш, шани роце. Я хочу, если это мое, то я хочу использовать тогда, когда я хочу. Аспонахну муцим концепт мед гадоль. Но здесь вот очень важная, очень серьезная концепция. Шарга от цара зе. Оставшуюся часть шар этого сокровища. Гадоль, причем это оставшееся гораздо больше, коли чем то, что мы. И кабель безмант кумат минамитим. Каждый из нас, он получит только в момент воскресения из мертвых. Везе баэцем хелек шела ахраза ягудит бетфила шмуна эсре. И это Амида. В сущности важная часть провозглашения молитвенного, которое называется молитва Амида или Шмуна эсре. Вешам кату велухим шумерный манут ле юшней афар. Написано, что Бог, сохраняющий верность спящих во прахе.
Потому что он собирается воскресить их, и это его ответственность, это его слово, обещание. Танах об этом говорит, и особенно об этом, конечно, говорит Новый Завет. Я хочу сейчас перейти к новому уроку. Если кто заинтересуется, у него будут вопросы к, по Шиолу, можно попросить? Бери моё. А он уже не горячий. Унишмар кан беседер гамур. Он сохранился здесь нормальным. Блажен, кто верует. Давай. Не холодный. Холодный? Лёнишмар. Шиураба. Итак, тот, кто заинтересуется темой Шиола, аз они улех ласот ба WhatsApp это квуца. Шиола? Решена ля Петрус ве тихтипу Шиолот. А, я в Фейсбуке, алло, WhatsApp сделаю отдельную группу «Первое послание Петра». Те, кто захочет присоединиться к ней, и вы сможете там все ваши вопросы задавать в этой группе, и вы будете получать ответы тоже в этой группе. Окей. Аз по ани руце акшав ликро пасук. И хочу прочитать сейчас стих, Ширли квар катается байврит, который Ширли уже прочитал на иврите. Ботикра пасук шеш вешева. Шестой и седьмой стихи из первой главы послания, первого послания Петра. «О сём радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно от разных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явление Иешуа, Мессии». Кан мидубар льет минусим пройти испытание. Будучи испытанным. Титацву зман ма беколь миней масот, катув байврит. Титацву. Стойте. Зман ма. Некоторое время в испытании. Беколь миней масот. Прибывайте. Что? Титяцву, литяцев. Прибывайте в обстоятельствах. Машмауткан. Здесь смысл здесь в том, что кше Петрус котевета и геретазот. Когда Петр пишет это послание. Игудим мишехим уврим кольминей редифот. Смысл в том, что в то время мессианские евреи проходили различные гонения. И они были атакованы со всех сторон. И часть из них просто боролась за свою веру. И Петр говорит им так. Ребята, вы проходите испытание. Масакаша. Это серьезное. Испытание. Аваль иматему вримедзе. Серьезные вещи, но когда вы проходите через это. Атему вхимлиот анашим ютер якарим мезахав. Это делает вас испытанными, то есть переплавленными, и вы становитесь таким образом более драгоценными, чем золото. Вепо анахну црихим лильмод от шиур эхад. И тут мы должны выучить еще один урок. Нисайон бахаейну. Опыт или испытание в нашей жизни. Ми авар бахаим эйзишу мин нисайон. Кто-то из вас, из нас, из всех прошел в своей жизни какие-то испытания? Кулам. Нет человека, практически нет исключений. Нет человека, который не проходил бы испытание. Маза нисайон. Что это такое испытание? Зе коши. Это трудности. Зе давар ми булган. Ты полностью можешь быть дезориентирован, ты не знаешь, как из этого выйти.
Но в соответствии с Священным Писанием мы учим, что есть два типа испытаний. Эхад, анахну мишалмим михир аль таут, шанахну асину бехаейну. И один вид испытания, когда мы просто платим за наши ошибки, которые мы совершили. Лифамим хатаим. Иногда это грехи. Лифамим хатаим меот кведим. Иногда это очень тяжелые грехи. Атем хошвим ше бейт сор зе нисайон каль. Думаете ли вы, что тюрьма — это легкое испытание? Это очень тяжело. Но почему люди туда заходят? Потому что они виновны в очень тяжелом грехе. Но часто очень. Мы не находим себя в тюрьме. Ну, сделали ошибку какую-то. И наша гордость не позволила нам правильно говорить с нашим боссом, например. И мы разрушили таким образом наши отношения. И у тебя уже появляются разные мысли. Ты не знаешь уже, это будет стоить тебе место на работе, или ты все-таки продолжишь свою деятельность. Или, например, взять внутрисемейные отношения. Иногда, недолго думая, ты что-то такое выпустил из своих уст. И ты обидел своего супруга или супругу. И потом это забирает какое-то время, чтобы вернуть первоначальное состояние ваших отношений. И в послании к Якова написано, то, что мы входим в определенные испытания, потому что мы согрешили. Что с этим делать? Скажите вы, что с этим делать, когда мы согрешили, и вот мы сами себя загнали в испытание. Литпалель, ну вот. Молиться. Левакеш слиха. Попросить прощения. Лиштамеш банисайон. Использовать как шанс, новый шанс. Зелифи принцип маше ле урегутану михазекутану. Это по принципу то, что нас не убивает, нас укрепляет. Камуван лахзор бачува. Понятное дело, лавин лама асину эдзе. Понять, почему мы это сделали. Левакеш мелухим эзра. Попросить у Бога помощи. Вылацет мезе. И выйти с этого. Афилуши и кахзман. Даже если это возьмет какое-то время. Аваль еш сук шел нисайон ахерет. Но есть другой вид испытаний. Зе пашут нофель алейну. Это просто вот бах и упало на нас. Ве ата ло асита машура. Ты не делал чего-то такое, что повлекло бы за собой вот это. А им анахну зохрим тфила, ше Иешуа лимедет талмидав. Помним ли мы молитву, которой учит Иешуа своих учеников? Он также и нас учит, и мы должны молиться таким образом. Отец наш, который в небесах, не введи нас в искушение, то есть в испытание. Клумар, тишмору тану ми нисайон. Сохрани нас от испытания. אני לא רוצה לשאול עכשיו מי ממכם עכשיו ברגע הזו עובר ניסיון. Я не буду спрашивать вас, кто из вас сейчас в это время проходит через испытание. ואם זה ניסיון שאתם משלמים פשוט מחיר עבור חטא, או זה ניסיון שנפל משמיים. И является ли это испытание результатом вашего греха, за который вы должны заплатить, или это то, что просто опустилось на вас с небес? אבל אם זה פשוט נפל משמיים, תבקשו ממנו לשחרר אתכם. И если это просто упало на вас с небес, просите, в соответствии с этой молитвой, просите Всевышнего о том, чтобы Он высвободил вас из этого. Или дал вам силу и мудрость, как вы можете выйти из этого. Петрус мы от практи. И Петр очень практически подходит, когда он пишет послание. И он дает нам слово с небес, которое может укрепить нас. Мелех Шломо умер мила казу. Царь Шломо так говорит. Двореха кетруфа легуфи. Он говорит, твое слово
твое Божье слово это исцеляющее, оно исцеляет для моего исцеление для моего тела. Рубейну, рагилим ли кабель машу бабокер, эзишу кадур. И многие из нас, особенно те, которые за 35, уже привычны, что с утра нам надо какую-то таблетку проглотить. Труфале гуфейну, который укрепит наше немощное тело. Аваль китвей кодеш умрим лану. Но Писание говорят нам, ше дворо яхоли хазек отану. То, что Его слово может быть тем, что укрепляет нас. Такшиву маше ани акшав коре. Послушайте то, что я сейчас прочитаю. Веот ани руце лильмод айом шиур кацар. И еще один. Ло аль нисайон аль машу ахер. Еще один короткий урок сегодня я хочу преподать. Ве аль зе катув. И написано так. Бавакаша тикра пасук тейша. Девятый стих. Достигая наконец верою, верою вашу спасению душ. Все. Кен. Достигая, наконец, верою вашей спасение душ. Как вы понимаете этот стих? Через веру мы как-то можем достигнуть спасения. Как вы понимаете это? Од. Доверие. Маод. Окей. Эх аль ядей эмуна литфосет Йешуа. Мазу томерет. Как через веру достигнуть спасения? Ну, можно подумать из этого, что мы еще не достигли вполне. Нахон. А им еш махшива казуши, им анахну курим пасука зе бидюк моше ата амарта, улай анахну от ло исагну. В этом стихе, который мы прочитали, можно извлечь такую мысль, что оно говорит о том, что мы еще не достигли. То есть, если мы должны достигать через веру, значит, это какой-то процесс, и мы должны еще стремиться к этому. Что значит спасение? Они хотели говорить об этом, потому что это очень басиси для нас. Я хочу говорить об этом, потому что это базисная, фундаментальная вещь. А валифне они руцели кро пасук штайм, решен вещени. Но прежде мы прочитаем первый и второй стихи из этой первой главы. Петр, апостол Ишуа Мессии, пришельцем, рассеянным в Понте, Галатии, Каппадокии, Асии, Вифании, Вифинии, избранным по определению Бога Отца при освящении от... Анахну, нифхарну мекедем, аль ядей бихират Элохим. Мы по определению Бога Отца избраны. Мазат умерет. Что это значит? Есть теология Рабаль пасуказе. Есть много теологии на этот счет. А вальба пасуказе катув. Но то, что написано здесь, лифнейше, этом, но ладно, прежде чем мы родились, лифнейше улама я не вра, прежде чем мир этот был сотворен, Элухим квар бахарет эле, Бог избрал тех, закатув по, здесь написано, ше у бахару там ламин бо дерех Йешуа, тех, которых он приготовил, что они уверуют в него через Йешуа Мессию. Музар меот. Очень странно. Кило одлю, но ладно. Мы еще не родились. Одлю, а сыну шум бихера. Ничего плохого не сделали, мы никакого выбора не сделали. Аваль уквар бахаротану. Но он уже избрал нас. Есть теология чонот баваназу. Есть разные понимания теологические. Они агидла хемеханим амин базе. Я расскажу свое понимание. Кмоше катув. Так же, как написано в Священных Писаниях, что прежде сотворения мира Бог уже знал имя Мессии. Или, как в Новом Завете написано, что еще до сотворения мира Мессия был как бы заклан за каждого из нас. Это очень сложно понять. Но в таком же смысле
Бог еще прежде сотворения, Он уже поставил галочки в списке людей, которых Он избрал, чтобы они познали Его через Иешуа Мессию. Вы помните о членстве, да, карточка? Я сейчас не говорю о членстве в общине Шавейцион. И, конечно, не в супермаркете. Аваль, у бахар бану. Но Он избрал нас. Лама. Почему? Лёдея. Я не знаю. Эн ли мусаг лама. Аваль, зе ло стам, шата йошев айом кан. או במקום אחר, מי שמסתכל בנו בטלוויזיה, או לא חשוב איפה אתה יושב, ואתה מתפלל לאלוהים בשם של ישוע. Но это не случайно, что ты сидишь здесь или по ту сторону экрана, и ты обращаешься к Богу. בשם ישוע, во имя Иешуа Мессии. אתה שייך למועדון הזה. Потому что ты принадлежишь этому клубу. Это не случайно. Это не случайно, не совпадение. А так кому ван я холагид, лероце ли от шаях? Конечно, каждый из нас может сказать, а я не хочу. А валь бегальша таквар по. Но именно потому что ты уже здесь. А таквар михубара лав. Ты уже соединен с ним. Везеквар умер шеношата. И это уже говорит о том, что ты спасен. אז למה כאן בפסוק 9 так почему тогда שוב חוזר לעניין של ישועה? Почему тогда в 9 стихе Петр вдруг вновь обращается к вопросу спасения? ואומר על ידי תפילו את אמונתכם ותגיעו לישועה. Он говорит: задействуйте вашу веру, включите вашу веру, чтобы вы могли достигнуть спасения. אני רוצה להסביר. Я хочу пояснить. קודם כל בעברית בעברית, למילה ישועה, יש כל כך הרבה פירושים. Во-первых, на иврите, когда мы говорим слово Иешуа, есть много толкований. וגם מילה ישועה נקראת בעברית, יש מילים אחרים שמדברים על ישועה. Есть в иврите есть и другие еврейские слова, которые обозначают спасение. וחלק מהמילים מדברים על הצלה מסכנה. И часть из этих слов говорят об спасении от опасности. וחלק מדברים על ישועה אסכתולוגית עולמית. И часть этих слов говорит о спасении эсхатологическом в вечности. אז אני אישית מאמין שכאן. Я лично я верю, что здесь в этом случае. אלוהים כבר הכריז שנושענו במשיח. Бог уже в начале, то, что мы прочитали в первых стихах, Бог уже провозглашает, что мы спасены в Иешуа Мессии и принадлежим Ему. И если в Нем мы хотим сказать, будучи в Нем, мы говорим, мы не хотим быть в Нем, то это мы делаем вечное свое избрание таким. О, אנחנו ממשיכים להיות איתו לנצח. Или мы соглашаемся быть с ним навечно. אבל בפסוק הזה, בפסוק הפרטי הזה, но в 9 стихе פה מדובר, здесь говорится, שאתם עוברים ניסיון, что вы проходите испытание, ולפעמים זה קשה מאוד, и иногда это очень тяжелое испытание. אסתפילו אמונה שלכם, קשר שלכם עם אלוהים, то используйте, задействуйте вашу веру для того, чтобы пройти через это испытание. דרך הניסיון הזה, בדיוק. זה לא מדובר על עניין אסכתולוגי. Здесь не говорится об эсхатологическом вопросе спасения. ועכשיו אנחנו נקרא עוד שתי פסוקים, 10 ו-12. Еще прочитаем 10 и 12, с 10 по 12 стихи. «К сему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследуя на которое...» Ты плохо видишь? Не очень да, хорошо. Да, я прочитаю. К всему спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследуя,
на которое и на какое время указывал сущий в них дух Мессии, когда он возвещал страдания Мессии и последующую за ними славу. Им открыто было, что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедано вам благовествовавшим Духом Святым, посланным с небес, во что желают проникнуть ангелы. Они торгемет зами русит ля русит. И хочу перевести с русского на русский. Петрус омер. Петр говорит. Ешь гдила шел хесед. Есть умножение милости. Эйзишу нигия мишамаем. Какое-то прикосновение небес. Шеата микабель ютер браха. Когда ты получаешь больше благословения. Анитен лахем дугма. Например. Атем аситим алия. Вы совершили репатриацию. Ве еш лахем дирас хура. И вот у вас есть съемная квартира. Ве хам бахай бакает. Хам? Хам бакает. Хорошо. И летом жарко. А затем бишвиль лиманами хомазе. И чтобы избежать этой жары. А тема для ким мозган. Вы включаете мозган. Аваль атем дуагим аль коль рега шиувед. Но вы очень аккуратно относитесь к каждой минуте его работы. Лама. Почему? Кизеуле кесев. Потому что это стоит денег. Вебат халак шата алита. И в самом начале, когда вы только репатриировались, эн леха кесев. У тебя нет много денег. А зато ба огуст. Рак Белайла, мадлик это мозган, кедаруце лахсох кцат. И ты таким образом включаешь мозган только ночью и в августе, чтобы чуть-чуть заснуть. Кедаруце лишмор, а катана зашеешлиха. Потому что те немногие деньги, которые у тебя есть, ты хочешь их как-то попытаться выйти из положения. Байзраташе мистадарта. Но вот ты становишься богатым. Ле, истадарта. Ну, то есть у тебя достаточно денег на мозган. А не ле умер богатым, истадарта. Короче, устроился в этой жизни. А налду леха иладим. У тебя родились дети. Вэм афилу ле хошвим, аль зман матай ладлик, вэ матай леха бэ это мозган. И твои дети, они вообще даже им в голову не приходят подумать, когда включить или когда выключить мозган. Кикодим ко ле хэм мишалмим. Во-первых, потому что это не их головная боль платить потом за это. А там ишалем. Ты платишь за своих детей. Ле байт, и они просто заходят в дом. Ле хедер шалем, в свою комнату. И длику мозган. Не, не заходят на кухню, а включают мозган на своей комнате. Ве, кен, мадлики мозган бахедер, вы узвим это хедер. Да, они включают мозган в своей комнате, уходят. Кто-то переживал в своей жизни такие вещи со своими детьми? Так вот, языком Танаха это называется умножение милости. Дети, учитесь. Петр говорит, что в свое время, базман шело, базман шел Петрус, его время, уафилу базманим акодмиим шело невиим акодмиим, и даже в предшествующие ему времена, в времена пророков, ванахну корим бакитвей кодиш аюнисим венифлаот, и мы читаем, что были чудеса, знамения, а валь Петрус умер, а я лаем ракцат ме хесед шерелухим. Петр говорит, что у них была только малая часть, это как будто они только что репатриировались. Велану квар магия коль. А мы уже теперь нам гораздо больше. Веамазган шилану далу как шав колезман. И наш кондиционер может быть включен в любое время. Мими вин это ашваша сити. Кто-то понял вот это сравнение, которое я сделал, да? А спо есть ли шила? И тут возникает вопрос. Лама зикаха. Почему это так? Бема анахну руим, ше анахну акшав ярашну арбе ютер хесед медурота кадмот. Вы действительно видите, что в вашей жизни гораздо больше милости, чем во времена пророков и царей наших? И на анахну курим, ше базманам, ни сим, ни флаот, ни буа, комер адонай, комер адонай, ямбу.
Мы читаем, мы видим, что в их времена море расступается, камни падают с неба, этот самый ман падает с неба, ничего делать не надо, тебе в рот валится. Короче, чудеса и знамения. Как было бы хорошо. Помолились, проснулись, в новостях ученые не находят страну под названием Тегеран. Иран. Иран, Лехашев. Они люди бартер, коля медина. Не-не, это моя ошибка. Он не говорил о всей стране, он говорил только точечно о столице. То есть нет аяталы. Он забыл, как его зовут. Кен. Лехашев. Неважно. Тагидули, лама зекаха. Лама, еш лану ютер мем. Макара баулам, ше шина пнеха улам. Зешила. Вопрос... Почему мы можем говорить о том, что нам на самом деле, для нас благодать умножилась, что изменило этот мир в сравнении со временами пророков? Абсолютно, Мишана. Ба Иешуа. Потому что пришел Иешуа. Мет векам летхия. Он умер и воскрес из мертвых. Вебазман шелаем адзо ло кара. А в их времена это еще не произошло. Веканире, как они корета пасуказе. И... По всей видимости, во всяком случае, я так читаю. Коля шфиха, шишина это космос, куло, лёны и цра аз, баткумачило минамитим, эле хатнуа зот и мамшиха, лашпия, аль коля тевель. И то, что излияние духа, оно не прекратилось тогда во времена пророков, но оно продолжается, оно умножается и до края земли. Вяткумат минамитим азот. И это воскресение из мертвых. Ше ханвима кудмим рак ципу мазее. Которые ожидали, они не точно знали, что это вообще будет. Эм невользе. Пророки, и они пророчествовали об этом. Петрус котев, малахим несу лавин, мазе кетазо. И Петр говорит, а даже ангелы пытались приникнуть и понять, о чем это речь. Аваль Петрус омер зелану шаях квар. Но Петр говорит, что нам... Это уже принадлежит. Мазган квардалук. Кондиционер уже включен. Ло царих леха беклюм. Не надо ничего тушить. Мишу ахер мишалем авурха. Кто-то уже заплатил за тебя. Вепо они руцели шолю тану шейла. И тут я хочу задать всем нам вопрос. Лама. Почему? Бегляль афилу шет коля дворим хатовим аэле немцаим квар бацалахат шелану. В то время, когда все это уже принадлежит нам, אנחנו בקושי נהנים מכל הדברים האלה. Мы с трудом получаем удовольствие от всего этого. אתם יודעים למה? Знаете почему? כי העולם הזה גונב תשומת לב שלנו. Потому что этот мир крадет наше внимание. כי אנחנו אולי מצליחים לעבור ניסיונות בגלל החטאים. Потому что мы, может быть, преуспеваем в том, чтобы преодолевать испытания, которые падают на нас из-за наших же ошибок и грехов. Аваль питуим шел аулам азе шегонев миетану яхас хибур кравут ле элухим умацлех лигнов миетану. Но искушения, которые этот мир посылает нам в отношении наших, нашим отношении к Богу, нашим вниманием к Нему, мир способен, он преуспевает в том, чтобы украсть нас, ופה, у нас это. אנחנו צריכים שוב לחזור לפתרון שנקרא יראת אדוני. И здесь нам важно вернуться к решению, к этой таблетке, решению вопроса, который называется страх Божий. ופה אני רוצה להמליץ לכולכם. И сейчас я хочу посоветовать всем нам. לחשוב על זה. Подумать об этом. אנחנו יש לנו את הצלחת מלאה. У нас уже есть полное блюдо замечательной еды. Шелухим квар натан. Что Бог уже дал нам это. Аваль айнаим шелану лороим эдзе. Но нашими глазами мы это не видим. Зе мулейну аваль лороим. Это против нас, но мы этого не видим. Атем зухрим лифней шавуа лимет кан ярив. Вы помните, неделю назад Ярив здесь проповедовал. И он говорил о ситуации с пророком Илишей и его слугой Гезией. Вешам аямисупарше цаваш лима
Радсталит фосета невии. И вы помните, там город был окружён вражеской армией. Вегеези, а я кимат мет мипахад. И этот его слуга Элиши, он просто умирал от страха. Авал Элиша раат муна ахерет. Но Элиша своими глазами видел совершенно другую картину. Ура малахим миставивим бенеем. Он видел, как весь город наполнен ангелами. Ве эмарбе ютер бекамут миашерет коля цава. И они превышают своим количеством и силой все эти армии, которые собрались здесь. Ве-зе-бидьюк ха-мацав шелану. И это ясно рисует картину, в которой мы сейчас находимся. Анахну рубейну имейнаем шелгези. Мы, к сожалению, многие из нас имеют глаза и взгляд гези. Авал анахну црихим литпалель. Но нам важно молиться. Шелухим тасир митану. Чтобы Бог убрал с нас это покрывало. Вешанахну нире слепоту. Манитан лану. И чтобы мы увидели, что же действительно Бог сотворил и что же Бог действительно дал. Зеягдиль кавочил Иешуа. Это увеличит славу Иешуа. Веяхолет ли васер шмо балеядамот безман шелану. И способность благовествовать и приносить в народы его имя. Бонит палелакшав, бонамодакшав. Давайте привстанем и будем молиться. Авину шебешамаем. Отец наш, который в небесах. Они митпалеля литгалут мируаха кодеш лекол эхад. Я молюсь об откровении от Духа Святого для каждого из нас. Бамиухад баэзор шел ират Адонай. Особенно в области страха Божьего. Они моделеха авур Иешуа уламит шеквар натата лано. Я благодарю Тебя за вечное спасение, которое Ты уже дал нам. Они митпалеля дон. Я молюсь, чтобы Ты, Господь, помог нам преодолевать испытания. Мы благодарим Тебя за это блюдо, наполненное явствами, которые Ты уже дал нам. И я молюсь о том, чтобы Ты, Господь, вел нас в правильном направлении. Молюсь во имя Иешуа Мессии. Шаббат шалом, шабуа тов.